Иероним Босх и Питер Брейгель – художники с мировыми именами. Их полотна хранятся в самых известных музеях Европы. Увидеть репродукции шедевров ивановцы могут в музейно-выставочном центре. Там начала работу экспозиция «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны». Все копии выполнены в технике жикле – цифровой печати на холстах. Считается, что Брейгель является неким продолжателем Босха, но все-таки говорить о том, что у них были очень схожие сюжеты, говорить все же нельзя. Да, оба художника писали о мироздании, да, но все же подход и свои методы у каждого художника особый. Оба художника писали в 15-16 веках. На сегодняшний день сохранилось лишь несколько десятков их работ. Общая черта – сюрреалистичные, порой мистические сюжеты с нотой бесовщины. Пожалуй, самая известная работа Иеронима Босха – триптих «Сад земных наслаждений». Именно здесь уникальное творческое воображение мастера проявляется в полной мере. Главную идею художник передает через несчетное количество мелких деталей. Высокая детализация заставляет зрителя подолгу изучать каждое произведение. Десятки и даже сотни персонажей переплетаются в сложную, поразительную схему. Чтобы по достоинству оценить все картины, представленные на выставке, потребуется не один час. Удивительная техника, очень сложные сюжетные композиции. И заставляют его произведения немножко подумать и пересмотреть некоторые взгляды. В своих работах Босх и Брейгель отражали жизнь простого народа, правда, под другим углом. Некоторые ученые уверены, что в своих сюжетах художники передавали средневековые эзотерические дисциплины – алхимию, астрологию, черную магию. Приоткрыть завесу тайны работ великих мастеров кисти можно до 31 марта в музейно-выставочном центре. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.